Смотрите, реально шоколадка. А вот и булочки Артурчик трескает. Вау! Артур увидел все. Вот какая игрушка. Смотрите, они будут хрустящие вообще. Нормально сказки, ты же меня читала. И стал между мной и Тёмкой. Покажи свою красоту. Всем привет. У нас еще Вова дома. Чё себе такая дырка? Ну, вот так вот лучше. Вот так вот шорты, вот так вот штаны. В общем, сегодня мы начинаем с завтрака. Арина вчера себе... Вот, нам пришла форма для шоколадки силиконовая. И Арина вчера банана нажмякала, нажмякала вилочкой и заморозила. Она любит бананы замороженные, но достань. Просто бананы. Она сказала, у меня будет завтра с утра шоколадка. Кстати, смотри, как прикольно. Ну-ка, показывай. Да, молочный шоколад банановый. Положи, положи. Смотрите, реально шоколадка. Вова, покажи. Глянь. Ух ты. Прикольно. Артурчик, шоколадка. Кусай. Твой любимый фрукт в новом исполнении. Вкусно. Холодная только. Прикольно. Вот, видите. Вообще шикарно. Плитка шоколада. Класс. Ну все, с Артурчиком и заточите ее. И еще ты заморозила конфетки из малинового варенья. Они почти не заморозились. Серьезно? Интересно. Странно вообще, если честно. Смотри, как бегает, а? Так кусай, что ты сидишь, пальцы облизываешь. Ты пока будешь думать, он быстро все там кусает. Вот такие вот шоколадки у нас. Из одного ингредиента. Прикольно. Тёмочка маленький заснул. Зайка наш. А еще так рано, 9 часов. Встали сегодня наши дети в 6:20. Еще довольно не рано, потому что вчера они вообще встали в 4:30, представляете? Аринка пошла там чайку сделала. Сейчас мы булочек покушаем. Остались после вчерашнего вечера. Да-да-да, мы все булочки не съели. Мы себе оставили на сегодня. А, Вове тоже положила пару штук, правда, Артур увидел его тормозок и одну себе взял. Вот. Иди забери. Давай заберу чай. Прекрасно. Класс. Не, не сладко. Надо подсыпать. В общем, ну, наверное, заварки много. Если чай черный, то я люблю его сладким пить. Мне нравится именно сладкий. А так, если травяной, я могу вообще ничего не ложить. Никакого подсластителя. Да? Все, идем. 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 Я не хочу ничего смотреть. Идем. Идем. Ну что? Вот наши булочки. Я их в пакет не спрятала, поэтому они, смотрите, какие твердые. Еще и в холодильнике. Их надо прятать всю выпечку, которая твердеет, в пакет. Завязывать. И тогда она будет мягкой. Ну вот так. Артурчику оставим одну булочку. Он уже одну срезал. Вот так вот делим. А это нам. А вот и булочки Артурчик трескает. Да? В итоге оказалось Артурчику 3, а нам по 2. Представляете? Ой, Артурчик, давай, Тёмочка спит, давай потом ты поиграешь в эту. Хорошо, в этот поезд? Давай пока поставим сюда, а то он шумный такой. Вот что мы с ней с Аринкой еще сделали. Оказывается, у меня бумага там лежала, вот эта такая вот мраморная. Мы решили эту страшную стену заклеить. Там тоже. Что? Да, заклеим. Да-да-да. Ну и вот, более-менее стало лучше. Приятного аппетита. Мама тоже будет кушать. Что, Артурчик, увидел себя, да, в телефоне? Увидел. Да. Что ты покажешь? Да, мама тут пишет, да. Да. Вот так. А мы тут булочки трескаем. Рисовать будешь? Ну, рисуй. Что ты делаешь? Ты ветер гоняешь? Нет, я сейчас делать кое-что. Что ты будешь делать? Кувыркаться?
Нет. Что Арина хочет сделать? Интересно, кто угадает? Я вообще не представляю даже. На него садится длина. Блин, она короткая. Длине нету. Тёмка завороженно смотрит. Ему интересно очень. Жулику не понравилось, уходит. Слишком ветрено видит, видимо. В общем, смотрите, что у нас получилось. Стул мы убрали, потому что Артур на него лазит. И прикольно получилось, гляньте. Так, ну-ка заглянем. Просто шикарно. Ну все, Аринка там обустроится. И будут играть. Паровоз тяжелый, нет. Большие мы не пускаем, Артур, пускаем только маленькие. Смотри. Вау! О! Бумс. А, упала. Там кто? Там машина у тебя, что ли? Тёма, ты не трогай это не надо трогать. Смотри, мам. Сейчас. Ну и классно. Тёма, не трогай. Здесь, смотри, здесь можно вот тут вот двум сидеть, и здесь одному. Тут вообще круто. О! Смотри, мам. Артур увидел всё. Да, смотри, Артур, смотри, вон, снимаем, Аринка сидит в домике, а вот этот Тёмка у нас вот тоже подбирался к этому штативу. А вот это у нас дождик идет, обалдеть. Окна такие грязные снаружи, почему дождь не моет окна, грязнет, что это такое? Класс, погодка. У нас тут уже домик, подожди, Ирина, у нас домик уже, крыша дома была сорвана. Очень так быстро, да. Вот этот малыш все содрал. И ему это понравилось. Видите ли, потом взял коробку и выгрузил игрушки. Ну, теперь играется. Тёмка. Всё, мы полетаем. Тёма. Ой, классно, Тёмке, сколько игрушек. Красота. Артурчик уже сбросил покрывало оттуда. Постоянно сбрасывает, скачали покрывало. Ну, вот что это такое, ну? Так красиво мама положила, а он все равно взял и сбросил. Ну. А тут туда не надо машинки сувать. Артурчик нашел себе игрушку, давно забытую. Он ради этой лампы забирался, представляете, на подоконник и щелкал ее. Вот какая игрушка. А то у нас темно в комнате, правда, Артур? Дождь идет на улице, потемнело. Артурчиковый обед. Ладно, шутка. В общем, с майонезиком нашим. Он зеленый у меня, потому что там укроп взбивала. И Артурчик хотел сказать. Помидорка. Мы себе тоже сделали еще с огурчиками последние доедаем. Ну и рис вчерашний. Сои очень вкусно. Сейчас Аринка тоже принесет. Кушай помидорку. Да, вкусно. Вот, приятного аппетита всем. Мы обедаем. У нас 12-12. Вот, и рисик Аринка несет Артуру. Где мне кушать? На диване? Да, на диване. Вот так вот. Вкусная так, помидорка. Я, пожалуй, возьму этот. Угу. Нет, я, пожалуй, возьму все. Ага. Ладно, вот. Ну что, сегодня опять булочки. Корицы побольше насыпала и на дно некоторые семечек насыпала. Смотрите, они будут хрустящие. Вообще, я обожаю в таком виде семечки есть. Еще вкуснятина. У нас чаепитие. У нас еще 3 часов нет, и наши детки маленькие заснули. Ну, видите, графика у них никакого нет. Когда хотят, тогда и спят. Ну, малыш, понятно. Вот у Артурчика должен быть, по идее, быть график, да, но спит как хочет малыш.
Ну, это не важно на самом деле просто. Иди улаживай, Артур. Он зевал уже, все, он зевал и... Понадобилось, чтобы он заснул 19 минут. Ну, вот так вот. У нас сегодня полдня дождь шли, но уже прям чувствуется, что потеплело, и уже теплее-теплее будет. Скоро лето, друзья, настоящее. Луж столько много. Красота, мы окно открыли, все, дышим свежим воздухом. И желаем всем приятного аппетита. А кто еще не попробовал наши булочки, обязательно попробуйте. Их можно усовершенствовать как угодно. И кокосовую стружку туда добавлять, и изюм, и вот семечки, как я, и орехи. Они просто универсальные. Поэтесса прям, да, Аринка? Mm-hmm. Нет, ну что ты, ты же пишешь сказки. Мне вообще предыдущие сказки не нравятся. Ну, нормально как сказки, ты же меня читала. Mm-hmm. Ну так правильно, это же практика, и ты все лучше и лучше для себя делаешь. Правильно? Сравниваю с предыдущим опытом, и еще лучше и лучше получается. У нас уже 7 часов почти. Малыши, зачем за меня? У меня там Артурчик ревнует. А что он себя как ведет? Я его вел за ручки, подошел, обиженный такой за головой, и стал между мной и Тёмкой. Ой-ой-ой-ой, что это такое? Ну, сейчас заберу. Ну что, вот у нас и ужинок, да? Покажи свою красоту. Пюре сделала, да. Ну. Так, вот она подливка. Здесь булькает. С нутом. Такая вот подливочка у нас будет. Не знала, что приготовить с нутом. Ну, с Вовой порешили вот так вот. Картошка отварила своим любимым способом. Очень вкусно. Огурчики, лучок уже занесла. И приятного нам аппетита. Ну, будем кушать. Готово. Ну, эта картошка такая, она и мягкая очень, и сладкая. Я себе очень сильно досаливаю, чтобы прям соленый. И добавляю себе масло не рафинированное, чтобы было с запахом и вкусом. Наш Тёмочка, сейчас уснул малыш. Но Артурчик выспался, поэтому, скорее всего, не будет, наверное, спать. Вообще не надо об этом париться. Почему-то постоянно я об этом говорю, странно очень.